Вот уже несколько лет представители исполнительной и законодательной власти нашего региона примеряют на себя роль Деда Мороза, исполняют желания детей из малообеспеченных семей. Этот год не стал исключением. Губернатор Ульяновской области принял участие в акции. Ежегодная благотворительная акция «Елка желаний» помогает исполнить новогодние мечты детей из опекунских семей, а также попавших в трудную жизненную ситуацию и с ограниченными возможностями здоровья. В этом году несколько детских новогодних желаний исполнит лично губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Глава региона призвал всех неравнодушных ульяновцев присоединиться к благотворительной акции. Близится Новый год. И мы приготовили для наших маленьких ульяновцев более 7 тысяч подарков, но этого мало. Я призываю всех неравнодушных людей, всех меценатов, всех благотворителей принять участие в этой акции и сделать нашу елку еще более щедрой и богатой. Алексей Русских также призвал все муниципальные образования региона открыть на своей территории елки желаний, выразив уверенность в том, что жители Ульяновской области с удовольствием откликнутся и примут участие в акции. Новый год – это праздник волшебства и чуда, когда все дети ждут исполнения своих желаний. Сегодня каждый из членов правительства сможет примерить на себя роль волшебника и выполнить заветное желание ребятишек нашего региона. В чем отличие? В том, что мы заявки принимаем в электронном виде. На сайте Собес73 есть вкладка «Елка желаний 21», где малыш может оставить свою заявку на исполнение желаний. Все эти заявки отрабатываются, и обязательно до 7 января эта акция продлится, все желания будут исполнены. Новогодние желания детишек от 3 до 14 лет исполнят не только члены правительства, но также представители исполнительной и законодательной власти. К акции также присоединились представители политических партий. Исполняющий полномочия секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Камека исполнит новогодние желания девочки из железнодорожного района Ульяновска. Мы сегодня у себя в региональном отделении даем старт «Елке желаний». Поэтому всех партийцев призываю присоединиться к этой доброй, хорошей, уже ставшей традиции. Благотворительная акция «Елка желаний» продлится в Ульяновской области до 7 января. Принять в ней участие и исполнить новогодние желания детей могут все желающие. Валентина Никонова, Герман Баранов, Ул-Правда ТВ.